Привет, мои хорошие! С вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами второй день прогулок. Не знаю, насколько длинный получился тот ролик, но, по-моему, он не особо длинный, потому что вчера я, кстати, ходила на караван, купила себе одежды чуть-чуть, но сам караван, рынок одежный, я забыл заснять, блин. Я была вообще, наверное, в таком ажиотаже, в таком шоке, что наконец-то я выбралась и могу просто не торопиться, просто гулять, что я просто забыла. Ну и там, кстати, больше половины рынка просто уже закрыты из-за всей вот этой вот глобальной проблемы. Вчера, кстати, еще помыла волосы. Вот, представляете, у меня выпало вообще очень мало волос, прям вот чуточку, прям чуточку. Я мыла вот позавчера, прям много выпало, и сегодня помыла. Сейчас я уже у мамы нахожусь здесь. Другая обстановка, вы видите. Тут ремонтик, так вообще все супер. Вот, помыла я волосы, потому что сегодня я иду наконец-то к трихологу по поводу волос. Вот, наконец-то я записалась, наконец-то я пойду. Вот, и... Так, непривычно держать камеру, так прям вообще не могу. Короче, ее... консультация стоит 1500. Я потом вам расскажу, но, по-моему, я знаю, что он будет что-то там компьютером смотреть. Мне нужно было снова помыть голову. Короче, я помыла голову новыми шампунями. Но как, что, как они, короче, я так узнаю завтра. Подождите. Вот, какой, насколько он хороший. Вот такой вот шампунь, такой же бальзам. Бальзам, кстати, нужно будет мне докупить. Вот, прям классно, мне очень понравился. А там отражается это задом наперед все. Видимо, как камера зеркальная, что ли, считается, не знаю. Вот, она для ослабленных волос, склонных к выпадению. И вот я вчера мыла голову, и мыла голову, вообще не выпали. Ну, прям вот чуточку выпали, я вообще просто удивилась. За последние вот 3 года это вообще прям просто нонсенс какой-то, чтобы так мало взяло и просто выпало. И они такие красивые. Они, кстати, расчесались очень быстро. Прям очень быстро. Только вот были чуть-чуть запутаны, вот тут кончики. Короче, посмотрим, что она там скажет мне сегодня. Чего, как сегодня у меня будет насыщенный такой день. Такой хороший насыщенный денечек. Ну вот, я к трихологу попаду. Я попаду, наверное, я думаю, куда-нибудь в магазин. Я планирую попасть в магазин какой-нибудь одежды. Я хочу купить себе, короче, купальник. Вот, вчера я, короче, видела купальник один, но он классный, вот такой классный купальник, такой, ну, короче, там размер 50, а мне надо где-то 44-46, ну, не знаю, вот сейчас, знаете, я думаю, наверное, нужно было померить все-таки, может быть, бы он не настолько был огромным прямо, так-то он там висел, ну, такой симпатичненький, хорошенький такой, прям это, такой современненький как раз там для меня, вот, да, то, что я купила, я покажу вам, наверное, завтра. Потому что сегодня сейчас мы уже с вами выходим. Скоро я уже собираюсь. Кстати, такая жарища у нас вообще просто ужасно. Я уже приняла душ, потому что мне уже просто... А, я еще кофе попила. Вот, мне стало очень сильно жарко. И я решила принять душ, чтобы не быть такой совсем липкой. А то прилипну где-нибудь. И все, где-то типа застряну. Вот, уже оделась, уже вот одела маечку свою любимую. Это, кстати, из Модиуса. Модис. Вот, взяла денежку, чтобы с вами прогуляться по магазину. Не знаю пока, в какой магазин я попаду. Либо фамилию. Я помню, фамилии были купальники. Я последний свой купальник там покупала. Либо я хочу какой-то другой магазин попасть, но я не знаю, открыт у нас магазин или нет. Вот этого я не знаю. На рынке там всего в 2 местах я видела более-менее такие вот купальники. Ну, такие более-менее. Ну, не особо как-то. Вот, и плюс мы еще вдобавок с вами сегодня пойдем за стульями, мне на кухню, непривычно так камеру держать, вот, пойдем за стульчиками в Мивков, это уже будет с вами вечером, и, наверное, с периода от трихолога до вечера, в этот маленький период я хочу уместить где-то тоже сходить в магазин, как раз там в Мивков я буду идти, и где-то там должен будет магазинчик, я планирую туда попасть. Да, еще, может быть, зайду в фикс прайс, но, честно говоря, фикс прайс немножко уже надоедает тем-то, что мне нужно, как бы с трудом можно будет выложить обзоры на товары фикс прайс и обзоры на продукты, покупки фикс прайс, то есть их уже не выложишь в ту группу, меня блокируют постоянно. Вот, это грозит удалением моей странички ВКонтакте, которая, конечно, создана для
именно вот этого YouTube-канала. И немножко это неприятно, если честно. То есть стараешься для людей, то есть, в принципе, это огромный плюс для самого магазина, а тебя вот так вот шпиняют просто. Это обидно немножко. Вот. Ну, как-то вот так. Я планировала, кстати, создать ВКонтакте группу, где можно будет не только, допустим, я, а еще другие люди, свои ролики из фикс-прайса, обзоров покупок, обзоры там продукты. Есть люди, которые тоже делают, в принципе, такие неплохие. Вот, чтобы они тоже могли кидать вот в этот вот в эту группу. Но у меня времени нету столько. Нужно найти каких-то людей, которые бы вот это вот все создали бы, этим всем занимались, а я бы только свои ролики туда забрасывала бы, и все. Мне бы вот так вообще было бы прям просто шикарно. Вот. А заниматься мне некогда параллельно. У меня ВКонтакте еще висят 3 мои группы, которыми тоже нужно заниматься, которые тоже периодически хотя бы нужно что-то бросать, что-то, какие-то посты делать. Плюс еще YouTube-канал, кстати, который занимает половину моего времени практически. И плюс половину еще ребенок. На себя у меня почти даже не остается. Кстати, я сегодня с накрашенными ресницами. Знаете, что? Мы с вами сегодня будем брызгаться туалетной водичкой. Сейчас я ставлю камеру. Вот такая у меня туалетная водичка. Где-то, а вот. Дольче Габбана. А, ну вот. Тут видно. Дольче Габбана, императрица троечка. Как она пахнет обалденно. Она так обалденно. Хотя не знаю, честно говоря, в жару, как это все будет потом. Но она просто обалденно. Я просто с нее балдею. Вчера, кстати, на рынке видела ее стоимость. Она около 2700 была. А в одном месте 2700. А в другом где-то я вчера видела, не помню где. Около 3000. Где-то вот так вот. Но мне прям она вообще просто понравилась. Не знаю. Я бы, наверное, честно, я бы купила, наверное, целый ящик их, этих духов туалетной водички. Так, сколько мы с вами болтаем? 7 минут уже болтаем. Видимо, ролик придется разделить на несколько частей, я так понимаю. Ладно, все, не буду дальше с вами болтать. Заканчиваем. И сейчас уже вы через секунду увидите, где я окажусь. И где-то я буду сейчас. Это лифт, представляете? Наконец-то зашла я в Амелию. Такую шубу непонятную увидела, как будто это овечка какая-то. Здесь, конечно же, был, видимо, завоз и куча одежды, вы видите, битком. Увидела, кстати, такие вот баночки, которые с собой возят велосипедисты, вот обычно возят их. Честно говоря, тоже уже начинаю мечтать о такой, но я хочу купить прям такую классную, хорошую, качественную, но, наверное, не стеклянную, потому что разбиться может, и тяжеловатая будет она. Здесь вот довольно-таки, смотрите, они красивые, вот эта вот стеклянная, как не стеклянная, а керамика, что ли, очень красивая, но и тяжеловатая. Хочется все-таки что-то полегче. Вот самая обычная, стандартная, 300 рублей. Такая розовенькая, симпатичненькая. Подвигается, чтобы попить. Но мне хочется что-то такое необыкновенное, что-то такое красивое, прозрачное, что-то такое нестандартное. Обычную я могу купить везде. А нестандартную не везде. Очень много одежды. Но купальник я не нашла, к сожалению. Здесь такие, смотрите, баночки симпатичные для ванной комнаты. Это коричненькая штучка, это кожа. Представляете, кожу приделала. Никогда бы в жизни не подумал, что такое когда-нибудь будет. Но это смотрится красиво, это классно смотрится, посмотрите. Такие с цветочечками. Такие они симпатичные. Фамилия всегда удивляет. Всякие полотенчики здесь.
Вот здесь это вообще, смотрите, какая она глянцевая, блестит. Я хотела сначала эту мыльницу взять, но потом передумала. У меня она не будет так блестеть. Разнообразная посуда. А вот тут корзинки такие классные, смотрите. Сколько они там? 1000 рублей стоят, 3 штуки. Я бы в ванной комнате их разложила, у меня была она большая. Посуда все разная, разнообразная. А это сумочка такая, представляете? Красивая. Плетеная такая. Только куда с ней ходить? На рынок за яйцами. Так, вот смотрите, какой фонтан. Классный. У нас 35 сегодня, на солнце жарко. Сейчас поеду на транспорте.